Всем привет! Не торгуйте на брокере Alimtrade и на других брокерах, пока не посмотрите мое видео. Ребята, сегодня будет очень важное видео. Я считаю, что вы должны знать, с чем столкнулись, вы должны знать, как все устроено, вы должны знать всю правду. Накопилось много вопросов, плюс на меня подписались очень много пользователей, и они не совсем понимают, как зарабатывать, не совсем понимают, как все устроено. И я считаю, что вы должны знать абсолютно все. Итак, смотрите. Все люди, которые хотят здесь зарабатывать, абсолютно все, теряют свои первые вложенные деньги. Все. Нету такого человека, который бы не потерял здесь деньги. Все. Вот 100%. И я в том числе, все, которые регистрировались, которые пополняли счета, все теряли свои первые деньги. Какая статистика? Также вы должны знать полностью статистику. Все люди, которые сюда приходят, из них только 20% зарабатывают. 80% теряют свои деньги. Также я провел опрос в своей закрытой группе. Всем же интересно, да, а сколько же зарабатывает со мной, да? Кто-то, может быть, думает, что все люди со мной зарабатывают. Нет, ребят, это попросту невозможно. Итак, я провел опрос. В моей закрытой группе 23% сливают свои деньги. Большое количество ребят пока на одном уровне, то есть они не зарабатывают и не теряют. И если, кстати, вы на таком уровне, ребята, это очень хорошо. Это очень-очень хорошо. Вы уже себя контролируете, вы уже не теряете деньги. Я вот первый год тупо сливал. Свой первый год я тупо сливал деньги. Я даже не выходил в ноль, попросту сливал, когда вот только с этим познакомился. Потому что я, можно сказать, первооткрыватель. Я в этой теме с самого-самого начала, и я знаю, как все устроено. Вот именно в опционах я разбираюсь лучше всех. Смотрите, каждый из нас проходит определенные этапы. Все проходят эти этапы. Люди, когда вот впервые знакомятся с этим видом заработка, да, они вот закинули деньги, посмотрели там какое-то видео, у них там две кнопки, красная, зеленая, вот здесь нужно там заключать сделку, все вроде бы понятно. Пополняет человек счет на 3000, заключает 3 сделки, к примеру, по 1000 и теряет деньги. И тут уже человек понимает, так, наверное, я заключал большие сделки, наверное, мне нужен money management. Вот, начинает учиться, а что такое money management, а почему так все устроено? Торгует целый день, слил деньги, да? Почему он слил? Я вовремя не остановился, вот. К нему начинает доходить, ребята, так у всех, у вас так будет, у меня так было. Даже если вы посмотрели мою укомплектованную на 100% рабочую стратегию, вы все равно будете терять деньги на первых этапах. У вас нету опыта, вы должны все прочувствовать на себе. Поэтому, ребята, на все нужно время, так везде. Так во всех сферах, такой закон жизни, такой закон вселенной, ну по-другому просто не бывает. Вы не сможете, знаете, там за год стать там чемпионом мира по теннису. Это просто нереально, нужен опыт. И если вы сейчас вот меня смотрите, вы новичок или вы вообще не сталкивались с этим видом заработка, вы должны понимать, на что идете. Что на все нужно время. Нужно это вам сейчас или нет. Вот так вот быстро, да, взять кредит, у вас какие-то долги. Вы думаете, что вот вы придете ко мне и вы будете зарабатывать, не будете. Ребят, это вам чистая правда, не будете. Быстро никто зарабатывать не сможет. Если, конечно же, вы не робот. Но люди так устроены, у них эмоции. Они не могут вот на 100% следовать моим указаниям. Ну попросту не могут. Я могу вот дать любому человеку свою комплектованную стратегию и сказать, вот видишь эту ситуацию, ты торгуй только в такой ситуации, ты заключай только 3 сделки. Ты там ставь определенную сумму вот при таком депозите. Вот, я могу полностью все расписать и дать этому человеку. Если человек это все будет выполнять, любой человек, я могу с улицы взять человека. Если он ничего своего там не будет придумывать, добавлять, он будет зарабатывать. Ребята, у меня совсем другой подход к торговле. Мой канал кардинально отличается от остальных каналов. У меня психологический подход к торговле. Только я поднимаю эту тему. Ни один канал эту тему не поднимает, и это самая важная тема. Люди сливают только из-за жадности, из-за эмоций.
Есть очень много каналов, и вы смотрите эти каналы, учитесь, да, обучайтесь там свечному анализу, учите объемы, учите волны Боллинджера, учите уровни Фибоначчи, это все вам нужно знать. Вот другие каналы, все, кстати, каналы, они обучают вас всяким стратегиям, у них там есть какие-то курсы. Да, это вам нужно знать, я ничего не имею против, учитесь, но у меня психологический подход, потому что я знаю многих трейдеров, моих подписчиков, которые знают все лучше меня, которые до этого торговали на Форексе, которые очень хорошо разбираются в рынке, лучше меня разбираются в объемах, я вот в объемах вообще не силен, лучше меня разбираются там в уровнях Фибоначчи, но эти ребята не зарабатывают. Они не могут зарабатывать и обращаются ко мне: Тарас, скажи, в чем моя проблема? Почему я не могу зарабатывать? Я ему говорю: расскажи свою ситуацию. Говорю: вот почему ты не можешь зарабатывать, вот ты не можешь остановиться, ты не умеешь себя контролировать. Он говорит: да, скажи, что мне нужно делать. Я вот говорю, что ему нужно делать, и только тогда человек начинает зарабатывать. То есть знание — это еще не все, поймите. Вот, еще вам один инсайт. Вы думаете, что вы будете владеть лучшими знаниями, что вы будете разбираться во всем лучше всех, и вы будете зарабатывать. Не будете. Это тоже касается остальных сфер жизни. Если у вас не будет дисциплины, если не будет у вас какого-то желания, постоянства, усилий, ну вы не будете зарабатывать. Этим всем я вас подвожу к своей укомплектованной стратегии. Да? Вы знаете, у меня уже есть на 100% рабочая, укомплектованная стратегия. Это основа основ, она подходит абсолютно всем. И без этой стратегии, ну, вы никогда не будете зарабатывать. Никогда. Потому что нужно контролировать три основные аспекта по моей укомплектованной модели. Стратегия. Без стратегии, без своей одной стратегии, еще раз повторяю, одной, вы никогда не будете зарабатывать. Если вы не будете контролировать риск-менеджмент, вы тоже никогда не будете зарабатывать. Если вы не будете контролировать money-менеджмент, вы тоже никогда не будете зарабатывать. Вот три ключа есть, да? К заработку, да, есть три ключа. Вот что-то вы теряете, один ключ вы теряете, вы не будете зарабатывать. Просто поймите это. Давайте убираем, да, money-менеджмент. Теряем один ключ. Заключаете вы сделки по 50% от депозита. Два неудачных сигнала, вы теряете депозит. Почему? Потому что вы не контролировали money management. Все просто. Это везде работает. Дальше, риск менеджмент. Только вы перестаете контролировать риск менеджмент, это ваши лимиты. Вы пересиживаете, вы херачите по 50, по 100 сделок, торгуете целый день. Вы сливаете депозит. А знаете, почему вы сливаете депозит? Потому что входите азарт. И неважно, на основе чего этот азарт. На основе радости или на основе разочарования. Вы все равно сольете. Например, азарт на основе радости. У вас 10 сделок в плюс. Все классно, у вас хорошее настроение. Вы хотите еще, да? Вы вошли в азарт. Вы думаете, вот, я очень просто заработал эти деньги. У меня все сделки в плюс. Еще сейчас я смогу заключить 10 сделок в плюс. Но нет. У вас идет, к примеру, 10 сделок в минус. Вы опять же входите в азарт. Уже этот азарт на основе разочарования. Вы захотите отбить свои деньги. Вы начинаете торговать, а у вас не получается. Все, вы уже мало анализируете, вы уже переживаете за свои деньги и сливаете. Почему вы слили деньги? Потому что не контролировали риск-менеджмент. Все очень просто. И третий ключ, если вы потеряете, если вы будете торговать как попало, без своей стратегии, заходить в рынок где попало, потому что вам так хочется, вы тоже будете терять деньги. Вот просто поймите это. Еще вам один инсайт. Вот, без трех ключей в этой сфере вы никогда не будете зарабатывать. Просто поймите это. Никогда вы не будете зарабатывать. Вот кто такое вам расскажет? Кто вас такому учит? Никто вас такому не учит. Просто я должен вас подготовить. Вы должны об этом знать, ребята. Если вы не будете знать, если вы думаете, вот, посмотрю видео какого-то там трейдера, у него супер стратегия, я буду зарабатывать. Да не будете вы зарабатывать. Не так все легко, как кажется. Теперь по поводу торговли. Я учу людей своей стратегии. Я не ищу другие стратегии. У меня есть одна стратегия. Стратегия в плане, как торговать. И я обучаю этому людей. Ребята, эта стратегия подходит только для опционов.
залетают ко мне на канал всякие гуру там с Форекса, еще там откуда-то, и говорят, вот, ты неправильно учишь, это неправильно, кто так торгует. Ребята, Форекс и опционы — это две разные вещи. На опционах, вот как я учу торговать, да, скальпируем в минутке, да, мы чисто ищем похожие модели и скальпируем в них. То есть нам важна каждая секунда. Так вы нигде не будете зарабатывать. Это очень легкий способ заработка и очень быстрый и очень простой. Все уже дело в другом. Сумеете ли вы сохранить эти деньги? Все уже дело в эмоциях, да? Но торговать очень просто. Мы ищем вот похожие модели. Резкий скачок от пика, от уровня сопротивления вниз, от просадки вверх. Все очень просто. Я очень давно в этой сфере. Вы не можете разбираться в этой сфере лучше меня. Я начинал, когда еще это все начиналось, когда еще начинались эти опционы. Откуда вы знаете, как здесь торговать? Это вам не Форекс, это вам не другие там виды заработка. Вот здесь я торгую в своей определенной ситуации. Я провожу статистику, я делаю скрины, я знаю, какие ситуации заходят, какие ситуации не заходят. Вот эти ситуации заходят на 80%. Вот здесь ситуации срываются. Я это все веду, я это все анализирую. Так что не учите, пожалуйста, меня, как здесь мне зарабатывать. В торговле, в моей торговле, на одной минутке мне не нужны объемы, мне не нужны свечи, мне не нужны там какие-то уровни Фибоначчи. Этого не нужно. У меня есть одна минута. Мне нужно только словить хорошую точку. И все. Это все, что нужно. Все очень просто. Только нужно научиться соблюдать дисциплину. И все. И находить хорошие ситуации. А хорошие ситуации, вот именно стопроцентные. Ну, стопроцентных не бывает. Вот хорошие ситуации, там, на 80%, которые всегда заходят. У меня есть такие ситуации. Чтобы их искать, нужен опыт. Вот и все. Плюс я все показываю на своем примере. На семинарах, на улице. Подходят ко мне подписчики. Я захожу и показываю, как я это делаю. Я показываю свой дневник. Я показываю свои аккаунты. Я захожу в каждый аккаунт и на телефоне подписчикам показываю. Если вы мне не верите, приходите на мои семинары. Я вам все там покажу. Покажу, как зарабатывать. Вот так вот сяду вам и покажу, как выводятся деньги, как это все делается. Все показываю на своем примере. И вот, я вам уже говорил, если вы у кого-то нашли какую-то там рабочую стратегию, например, стратегия по волнам Боллинджера, вы спросите у человека, а есть статистика за месяц? Покажи мне. Вот на реальном примере, сколько вот по таким ситуациям сделок заходит в плюс, и сколько по таким ситуациям сделок в минус? Покажи мне все сделки, покажи мне скрины, покажи мне статистику за 2 месяца, за полгода. Я вот своим подписчикам, своим трейдерам полностью всю статистику показываю. За 2 месяца, там, за полгода. Вот, когда меня встречают люди, я захожу на свой аккаунт и все показываю. Почему не показывают статистику другие трейдеры? Непонятно. Наверное, просто не так уже хорошо, как они рассказывают, работает их стратегия именно в долгосрочной перспективе. И вы для себя, ребята, тоже должны вести статистику. Если вы хотите серьезно зарабатывать, если вы хотите зарабатывать в долгосрочной перспективе, нужно вести дневник. Нужна статистика. Вы должны фильтровать ситуации, вы должны знать, какой у вас процент прибыльных сделок. И вот моя готовая, укомплектованная стратегия, она для вас, просто подстройте ее для себя. Если вот я по своей торговой системе торгую в горизонтальном скальпинге, да, там процент прибыльных сделок у меня выше всего. У вас может быть процент прибыльных сделок выше именно в восходящем скальпинге, да, когда вы идете по тренду вверх от уровня поддержки, от просадки на повышение. Может быть, у вас так, да? Вы должны это все для себя рассчитать. Но контролировать три основных аспекта обязательно. Риск менеджмент, money менеджмент и свою торговую систему. Обязательно, ребята, просто вам нужно подстроить эту систему под себя. У кого-то больше времени на торговлю, у кого-то меньше. Вот, у меня мало времени на торговлю, я заключаю 2 сделки. У вас много времени на торговлю, вы заключаете 5 сделок. То есть просто подстройте под себя. Все, это грань. Вот берите и зарабатывайте. Вот такое вот получилось, ребята, видео. Я думаю, вы ознакомились. Очень многое для себя прояснили. Новички теперь будут смотреть на этот вид заработка немного по-другому. Я вас уже, ребята, к этому подготовил. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. В основном это группа по обучению. Чтобы туда попасть, достаточно написать сообщение сообщества «Прими в команду». У меня, ребята, только одна группа.
нету никаких VIP-групп. Попасть можно только таким способом, только через ту группу, которая у меня находится в описании, первая ссылка. У меня, вы знаете, нету никаких дополнительных страниц. Все оригинальные страницы в описании. В Инстаграме куча фейков, в ВК куча фейков, не ведитесь. Я никогда никому не пишу первым, никогда. И никогда никому ничего не предлагаю. Никогда ни у кого я не беру денег, запомните это. Я не раскручиваю счета. Буду предупреждать в каждом видео. Вторая ссылка в описании, это статистика моих сигналов из закрытой группы. Это только канал по статистике. Там вы просто можете посмотреть статистику. Также мы торгуем в телеграм-канале, чтобы сигналы приходили быстрее. Эту группу по сигналам я высылаю лично каждому. Так что ее вы не найдете в описании. Подписывайтесь на наш канал по торговле. Третья ссылка в описании, четвертая ссылка в описании. Канал с отзывами. Огромное вам спасибо за понимание, за поддержку, за просмотр. Подпишитесь на мой канал, обязательно вот сейчас зайдите и подпишитесь, потому что это огромная для меня мотивация выпускать для вас новые видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли, пока!